так вот покупаешь платье на выпускную себе, а тебе вот это приходит. Просвечивается, конечно, все пипец. Извините, я вытру. Не делайте так никогда. Ну повернись, что ты, покажи. Вау, приготовьтесь к тому, что это видео будет очень горячим. Хочется погладить. Что ж, давайте посмотрим, что в этом неподъемном огромном пакете. Фух. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я покажу вам это. Пока я ждала эти посылки, я постепенно складывала их в огромный пакет с Икеей. И там только часть. О, блин, оно непередаваемо тяжелое. Я ждала мою посылку с Алика где-то, наверное, 2 или 3 месяца. И в конечном итоге мою посылку еще и не до конца. Размер имеет значение, написано на моей кружке. Я получаю в середине мать. Одежда с Алика номер 1. Чтобы понимали, я не помню, что я заказывала. Блин, кот заднего фона ушел. Вот это стой. За минуту до этого. Буду снимать на фоне кота, который воссел на лицо Бакуга. Ребята, это что? Я не понимаю, что это. Простите, а что со мной было, когда я заказала себе этот топ? Ну, топик такой, рабочего характера. Если только соблазнять фламинго. Фламинго – крупная водоплавающая птица отряда фламингообразных, семейства фламинговых. Давайте узнаем, как самка фламинго привлекает самца. Ну, повернись, что ты, покажи, ну, не хватит. О, нет, не смотри на мои причинные места, о, нет! Самка фламинго смущается, но в момент, когда самец проявляет настойчивость, заигрывает с самцом, подражая своими звуками аниматян. Покажи, ну всем же интересно. Зачем ты наврал? Мне больше всего интересно, ну покажи. Такая плюшевая, хочется погладить. Убери свои руки, а! Самка фламинго, чтобы зацепить самца, играет на контрасте. Сначала она стесняется, но потом, когда мужчина-птица попался на крючок, наступает на него с агрессией. Прям как котик вот этого, хочется погладить. Кота возьми, киску не трогай. Качество? Что с качеством? Что? Да он весь линяет. У меня есть 2 типа характера. Розовый пафосный лев, фламинго и агрессивная девка. Я думала, будет хуже. Одежда с Алика номер 2. Короче, мое прошлое видео на эту тему YouTube заблокировал. Он подумал, что это слишком сексуальный контент. И что он его сделал? Он выключил на него монетизацию. Ты забираешь мои гроши, ничтожный богач. Так, ну это вот уже выглядит поинтереснее. О-о-о, какое шикси-шмекси платье. Короче, я надела это платье. Простите, а как в этом ходить? Типа, оно же супер короткое, а у меня рост как бы 1,62 м, это не супер высокий рост. Как в этом, мать его, ходить? Как в этом ходить? Давайте посмотрим по степени похожести. Ожидание, реальность. Что хочу сказать? Явно у этой Вау, офигенное платье, где ты его купила? Очень классное, мне оно так нравится. Надеюсь, ты будешь его часто носить. Флавиакция. В общем, давайте посмотрим. Ожидание, реальность. Что я могу ответить? У этой женщины платье как будто бы немного длиннее. И это при том, что вот здесь у нее больше, здесь у нее тоже больше. Если бы, извините, у меня здесь было бы сильно больше, то это бы было здесь. Кстати, там не видно, когда я хожу. Мы говорим про трусы. Если на полу сидеть, то видно. Блин, насколько видно от 2 до 10? На 9. Ой, очень видно. Ладно, переоденусь, мне некомфортно. Одежда с Алика номер 3. Новый пакет, новые ценности. Что это? О боже. Я реально не понимаю, в каком настроении Что это? Блин, ребят, посмотрите, какое плохое качество. Это вообще, типа, кто это шил? Даже я шью лучше. А я шью очень плохо. Гориллы в основном питаются растительной пищей. Я чувствую себя вонючим бабуином. Это кошмар. Что за пиздец? Платье за 1500, самое дорогое платье из моей покупки.
За что я плачу свои гроши? Господи, какой кошмар. Вот так вот покупаешь платье на выпускную себе, а тебе вот это приходит. Ну что это за финтифлюха? Ребят, это кошмар. Я в ужасе. Вот посмотрите, как это должно быть и как это выглядит. Харин, мягкий знак, твой товар мой хороший. Ну, короче, полетела на крыльях ночи. Ладно, мне надоело, это следующая одежда с Алика. I am absolutely не помню, что вот в этой вот большой фигне. Явно что-то большое. В этой большой фигне целая куча маленьких фигурин, прикиньте. Вот эта вот штука, она была полностью забита пакетами. Ребят, я вообще в шоке с себя. Сколько денег было потрачено? Сколько денег я потратила на это все? И главное, зачем? Я не знаю, что у них отражено, конечно, никогда бы не додумалась. Но тут, представляете, тут как бы козел, который в звездочке. Звездный, так сказать, козел. Выглядит прикольно. А не знаю, зачем мне это, но козел в звезде. Еще одна вещь, что-то синее. В какой момент времени я решила купить себе что-то синее? Я вообще не ношу синий. У вас есть какой-нибудь цвет в гардеробе, которого у вас нет? Ха, у меня это синие вещи. Синих вещей у меня нет, но постойте, это же не просто синий. Оно как бы сине-розовое. Ультрафиолет. Вау. А вот это платье девочки, мои дорогие, и мальчики, особенно мальчики, вам понравится. Просто мега класс. Вы на него посмотрите. Я наступила на штуку кота. Это просто шикарно. Жаль, что как бы когда у тебя плоская фигура, это, наверное, выглядит не так эффектно. Спойлер, мне нравятся плоские женские фигуры. Но я прям в полном восторге. Оно такое красивое, оно такое яркое, просто oh my god. Давайте посмотрим, что будет горячее. Я в розу или это платье? Проверка. Что лучше, это платье или то, что здесь Ида прикрывает сосок? Да, на этом плакате, как вы видите, я сделала Иду, который прикрывает то, что здесь торчало. Ида хороший мальчик, прикрывает лишнее и делает пинок, типа уходи отсюда, тварь. Не спрашивайте, что вообще здесь происходит. Мы отсюда просто уходим. Недавно кто-то в комментарии мне написал, что всем привет, я новенький на этом канале, я не понимаю, что на лице у этой картины. Это лицо лица. Здравствуйте, молодой человек, как ваши дела? Мне кажется, сегодня мы идеально подходим друг к другу. Одежда Салика, которая была после одежды Салика. Также я заказала себе Юльку-шпульку, ой, простите, какую-то штучку. Она выглядит... Вот так. Это тоже какой-то камень кровавой луны. Я не понимаю, что? Зачем я это заказала? Камень кровосись, я не знаю. Можно еще более не смешно пошутить? Да, можно, но я не могу. Новая одежда Салика. Так, но я здесь вижу по шашке, что это уже что-то более в моем стиле. Но что бы это могло быть? Ну, за что? За что такое, блин, опять говно качество? Я не понимаю, это единственная норм вещь, которую я планировала отсюда носить, и мне придется ее носить, но это же говно качество. Посмотрите, насколько она плохая и бесформенная, даже так очевидно, что это выглядит ужасно. Ё-моё, ребят, как оформить возврат? Ну, типа, реально эта штука стоила больше косаря, она по качеству работы рублей за 50. Это, знаете, помните, у меня было платье за 50 рублей? Платье за 50 рублей по качеству лучше, чем это. Это просто кусок ссанины. Кот, обоссы это и вернем назад. Кот! Ладно, все, больше не будет счета. В этой коробке была еще одна коробка. Господи, что туда? Там парик какой-то или что это? Это ботинки? Ребята, а вот это уже контент такой. Поинтереснее будет. Посмотрите, какие я себе заказала ботинки. Блин, так радуюсь, я даже реально не помню, что я заказывала. Они просто охренительные. Буду снова ходить на каблучках, девочки. Снова, чтобы все думали, что мой рост 1,78 м, а то и выше. Вот так вот буду теперь каждый день ходить по улице.
Пусть все знают, что я новая лиса Абами. Новая, улучшенная версия. Тут были еще одни, короче, ботинки, которые вывалились. И они выглядят вот так. Вот эти я помню, в какой момент заказала. Короче, я когда была на отдыхе, у меня буквально такого же плана ботинки прям развалились. Вот здесь вот, представляете? И я решила заказать Алика подобные. Раз уж не Алика ботинки за несколько тысяч рублей развалились, то зачем вообще париться, если можно заказать то же самое Алика? Они идеально на мне сели. Кстати, у меня очень неприличные носки. Вах, смотри, какая красивая одежда Алика. Вы сейчас сдохнете. Я заказала себе флаг с Шреком. А еще меня очень сильно доставляет качество этого флага, потому что буквально здесь следы от ручки. Я в полном восторге и в ужасе одновременно. Короче, мы будем клеить плакат сюда. Нормально. Возможно, это Шрек. Возможно, Шрек Титан. Он был бы звероподобный. Ой, что-то очень с дырками. Наверное, топик мой этот самый любимый вещь из покупок. Мечтаю сиреневого платья. Выглядит прям, конечно, вот так вот. Можно ходить, я считаю, на свидание. На свидание хорошо в таком ходить будет. Ты сразу понравишься. Ой, я его испачкала своим средством для подмых. Извините, я вытру. Не делайте так никогда. И еще один пакет был вот такой вот желтый. Что же там? И ботинки здесь, ну, примерно такие же, как и тут. Я просто подумала и решила, что вдруг мне одни не подойдут, у меня хотя бы будут другие, и в других будет норм. Ну, и вот эти немножко повыше. А еще хотите угореть? Знаете, как эти ботинки называются? Они называются Shein. В общем, такое видео получилось, ребятки. Прошлое видео... Ох, рекомендую вам его посмотреть, потому что там какой-то, конечно, контент. Уху! Всех люблю, всех целую.